Всем добрый вечер. Опять возвращаюсь к вопросу. Санкции, депортация, лишение гражданства контрабандистов. Топовые контрабандисты типа Буковины. Слон, Кушнир, Ельмичук имеется в виду. Чтобы вы понимали, вот это как методичка. Здесь вот копии, это можно сказать маленький 0,5% из того, что я написал, отправил на прокуратуру, на СБУ, на ДБР. И чтобы вы понимали, еще в 2016 году я уже показал по телевидению их контрабандные схемы. И вот, 2018 год, после чего было нападение на меня, били меня молотками. Именно после этих заявлений на слона, на Кушнира, то бишь, кто их крышует, кто с СБУ, кто с прокуратуры. Вот видите, сам зам генерального прокурора Украины причастен к этому. И, чтобы вы не думали, я вам показываю потом ближе. Просто я подписываю, вот, подчеркиваю. Более 70 заявлений было написано мною на все правоохранительные органы Украины. Да? Здесь только по моим документам было подсчитано на 3 миллиарда убытков государству. Вот фамилии. Кушнир, Ермичук, чтобы вы не думали, что это ложь. Я сейчас ближе покажу. Вот я написал, кто крышевал. Салагор и товарищ Мустеца с прокуратуры. Когда он был еще только зампрокурор Черновецкой области. Вот все расписано. Вот ответы от Верховной Рады Народному фронту. Даже Бурбаку писал насчет слона, Кушнира. Они типа обещали разобраться. Ну, это было просто комедийное письмо. Я знал, что такой ответ будет. Здесь вот на военную прокуратуру. Здесь на НАБУ. Вот именно тогда с полиции, с экономической стороны, крышевал это все Тычина Иван Григорович. Его потом спрятали. Здесь вот про Мустецу. Я расписал, какие криминальные дела. И вот, чтобы вы понимали, именно по слону Кушниру в НАБУ было открыто вот это криминальное дело, по моему заявлению. Так, чтобы вы понимали, вот по Салагору, по контрабанде именно. И здесь уже ухвалы, то бишь решение судов, где я заставил открыть криминальное дело вот на Мустецу, на всех крышевальников, на Тычину. Вот все расписано. Все, говорится, есть документы. Поэтому... Когда мне, я прочитал сначала, что санкции ввели, потом я сегодня прочитал, что депортация. Ну, блин, это абсурд. Вместо того, чтобы по закону привлечь этих ублюдков, но не они главные. Главное, это те, кто это все время их крышевал. Почему просто санкции, почему просто депортация одного буковинского контрабандиста. Слон уже спалился. Он и так уже был не у дел. Когда пролетел мимо Верховной Рады Народный фронт, практически на слоне поставили ноль. Почему не депортируют Кушнира? Он тоже имеет румынский паспорт. Я уверен, что и другой страны. Но на нем больше зациклено всех схем, чем на слоне. Слон это был просто придаток Кушниру. То бишь курирующий от Народного фронта. Где-то 50% может он курировал контрабанды. Остальное все под Кушниром было. Тут и таможня целая, который арендует пост номер один. И все остальное на него не наложено, потому что у него легальный, серьезный бизнес в Черновцах. Те две фирмы, которые наложили санкции, это херня. Вопрос опять же. Когда эти ублюдки, я не знаю, что они там курят, но просто будут действовать по закону. Не санкции, не депортация, а просто довести до суда дела, пересажать всех ублюдков, в первую очередь правоохранителей, которые это все крышевали, СБУшников, прокуроров. Понимаете, вот депортация. Ну приедет он сюда, это типа так далее, говорит, на. Ты там поедь, живи нормально, как человек. Потому что, он, во-первых, он выиграет все европейские суды. Второе, он уже столько на денег заработал. Ему хватит на нормальную жизнь в Европе.
Я не думаю, что он в Румынии будет. С румынским паспортом. У него фирмы в Чехии, в Словакии. Он в любой стране европейской спокойно живет. Тем более с тем баблищем, что он имел. Поверьте. Но, в первую очередь, почему они не открыли криминальные дела, не довели до суда? Потому что вот, эти ублюдки должны были сидеть в тюрьме. Но, Устеца, зам генерального прокурора Украины, как же, он откроет на себя криминальное дело, доведет до логической цепочки, выйдет на самого себя? Да никогда это не будет. Снимите, люди, лапшу. Я многих спрашивал, как ваше мнение насчет санкций, насчет депортации. Все, о, так им и надо. Да вы дебилы, кто это говорит? Это все равно, что убийцу сказать, вот, он убил человека, но мы его сейчас депортируем. Да.